Что, друзья, и это третья решающая карта между командой EGO и Valiant. И здесь, конечно, очень интересно то, что это будет второй даст. А ранее, буквально пару недель назад, 16-6 закончился второй даст в пользу Valiant в этом же противостоянии. Ну, посмотрим, что будет на лане. Наверное, это был онлайн. Это, знаешь, голос человека, который проиграл очень обидно в онлайне. И говорит своим соперникам, ну посмотрим, что будет на лане. Как вы там хорошо играете? Ну да, судя после того, как EGO выиграли Inferno, я думаю, сейчас как раз у них моральный подъем, и они забрали сейчас на живой раунд и будут выбирать сторону. Да, хотелось бы, ну, в принципе, да, за защиту, скорее всего, команда будет EGO играть. Valiant, я даже не знаю, после такого Inferno, после такого количества микроошибок, будет ли подобная хорошая игра на Dust'е втором, как и было буквально двумя неделями ранее, это большой вопрос уже. Ну, посмотрим. На самом деле, я думаю, что Valiant готовы бороться в любом случае. Как ты сказал, если они смогли уже выиграть у EGO, значит, что-то у них есть, что можно показать интересного для того, чтобы выиграть на данной карте. Ну и что, Valiant начинают за защиту, а EGO как раз-таки за атаку. Это есть у Летни, и на раскиде в ответ у EGO играет Фурлан. Ну что ж, посмотрим на задумку. Пока EGO растянулись по карте, ждут какого-то поджима. При этом два мидл от Valiant, один занял яму и реклама от Nex. Ну, довольно интересное расположение. EGO сразу же кидают смок на X. Реклама от Nex. Ну, на рекламе находился раньше, там, на тачке. Как снайпер на тормозах? Да. На тормозе. Проход зигзага пока что команда EGO. Вроде бы заняли, пошумели, и при этом остановились после всего этого действия. Уже из точки Б ушли в Alliance. Разворачиваться не намерен, судя по всему, понимает, что это будет все-таки выход под точку С. Минус от Nex'а первый. Пытается дать еще противника за контейнером. Его нужно закрывать прямо сейчас и хелповать тиммейт по точке А, потому что здесь один лишь импульс стреляется против всех. Так, нужно сейчас вместе забрать одного игрока на длине, что, в принципе, и делают ребята из Valiant. Ну и выбивание Зиги должно оформляться 3 в 5. Зиги Хантер, ой, какая хорошая позиция. Правда, Пьечер встает под, под лестницу. Хантеру нужно играть последним номером, поскольку его потом не будут ожидать, если он выйдет в спину. Есть, да? Минус от Хантера. Великолепное выбивание от Valiant в данном раунде. И пистолетный раунд уходит в их копилку. Вот Эми показывает, где он держал команду EGO, судя по всему, в этом раунде. Угу. Ну и что, Valiant, неплохое начало хотя бы сейчас на втором дасте уже взять пистолетный раунд. Но здесь по-хорошему, вот объективно будет уже видно на полноценном бае, что же все-таки представляет из себя EGO в атаке и Valiant за защиту. Потому что, опять же, вспоминая, как играли, допустим, Fnatic против Team Rush за атаку, там вообще практически идей-то никаких не было. Играли свой дефолт и все. А за защиту зато уже вариации пошли и выиграли в итоге карту. Хотя проигрывали, по-моему, первую половину. Да, там 9-6 вроде счет был. Посмотрим, как будет. Фурлан берет флешку одну, под которую, скорее всего, будут отыгрывать сейчас польский коллектив. Пока что вместе верхнюю Т-шку пошли. И намечается, судя по всему, выход по точку Б. Там Хантер в интересной позиции. Все, в порядке. Хантер спрятался. Правда, я видел, как вантап прилетает в эту позицию. И не факт, что получится удержать ее Хантеру. Флешка пошла, но она не к черту. Ой-ой-ой, Хантер. Ну, зря вот уже показывал. Тиммейт пошел дальше принимать и зажал абсолютно всех. Квадрокилл от Летни в этом туннеле. А Летни-то не успел забрать аук, скорее всего, сейчас. Да, пока смотрел на свой нож. Тут, конечно, тяжело-то было. Хотя, он, в принципе, сразу туда выдвигался. Но потеряли аук один лишь на всю команду. Это не такая большая потеря. Ну да. При этом, ну опять же, мог один игрок подобрать аук, и было бы сейчас вместо Фамаса хороший девайс, но нет так нет. О, как Фурлан нагло-то занимает сейчас центр карты, выходит в мидл. Просто смог в КТ откидывает, еще неужели будет выходить? Вообще ничего не боится Фурлан здесь. Будет пытаться отыгрывать в соус, и все на его практически не удалось закрыть. Шот! Прострелы, Фурлан все еще боит на себя внимания, и по точке Б, все, пустая. Скрывает ее, импульс на КТ, и скорее всего... Ай, нет, задолбал его. Легчайший выход по точку Б от EGO. И сейчас нужно уходить опять же на сейв Valiant, поскольку 3 в 5 выбить практически нереально. Попадание по Шпера есть. Но там выйти с КТ не удастся в таком случае игроку защиты. А вот Шпер покидает позицию, несмотря на то, что в пятером игроки команды EGO не хотят они терять ни девайса, судя по всему. Ну да, смыслом терять девайсы. У них по экономике все не так хорошо. Так же, как и у Valiant. Ну, Valiant
все получше, но потребуется дать девайс в следующем раунде своим тиммейтам. Так, импульс ждет противника на КТ, но БГО уйдут все на верхнюю Т-шку, судя по всему, там и останутся, даже на Т-спаун. Как же все просто сейчас было у АГО. Один пошел в центр, сделал опенфраг, после этого остальные вышли с верхней Т-шки. Ничего особого не придумывают, и это работает на Дасте втором. Так очень часто Винстрайк действовали, Виндиго тоже улетает на центр, только необычно парами это делали и хоть какие-то флешки накидывали. Тут вышел один в центр, в упоре никого не ожидал увидеть. Ну, в принципе, узнал как будто, что он будет пустой, этот мидл. Может, конечно, смотрели днем ранее, вот после того, как узнали посев, и как-то удавалось ранее. Оу, Шперо! Вакейшн в чат. Да, пошел отдыхать. Летний на старте, Хаббер также может в скором времени покинуть, так вот и тут застали врасплох. Да, уж очень уверенное такое начало уже во втором раунде. Команда Go. Да, то есть в прошлом раунде хорошо, уверенно сделали опенфраги. Сейчас уже ситуация 3 в 5. И могут второй в атаке сейчас забрать поляки. Хантер сейчас вряд ли ожидает PHR справа на нуле. И легкий фраг для него. В итоге уже два игрока осталось. Nexus, Эми будут доигрывать данный раунд, в то время как АГО будет действовать по длине. Хайена лонг полетел, но никого она абсолютно не задела. АГО играют от холда, несмотря на то, что они 5 в 2. Так, погибает Некса, Эми на размене. С трех бёрстов PHR смог забрать Нексу. Сейчас в стрельбе, конечно, уже просил его соперник. Эми с аугом последний. Уходит на Т-спаун, впереди Вейленс экономический раунд. Если Эми еще сейвит девайс, хотя бы через один девайс они сыграют. Если нет, то вообще фулл эко. Ну, засейвит Эми в любом случае, поскольку пока никто не отправляется искать последнего игрока команды Valiant. Эми. Такие, ну, знаешь, вот что-что преобладает сейчас у игрока жесткая дисциплина. Что в этом раунде, что в предыдущем она наблюдалась. И в сейв ушли пятеро, и сейчас тоже четыре на сейве, не идут выбивать это один аук. Да, он, конечно, может сотворить грязь, но... Навряд ли получится за счет него выиграть таун. Не знаю. В итоге второй берут АГО свою копилку. Минус деньги для Valiant. С одним девайсом, скорее всего, будут отыгрывать. Но Шперо тут, конечно, по таймингу очень хорошо стрельнул. И PHR тоже три берста выдал. Забрал противника. Пока что 2-2. Это придет по счету, но вперед, разумеется, сейчас и гоу. Что на миде по стрельбе. Оп, все, выстрел был сделан. Попал бы сейчас. Два прошли на точку Б. На Эми вся надежда в данном раунде. Он будет играть у нас под Б точкой. Прилетит молотов прямо под ноги. Фурлан отличный хэдшот ставит. Хантер подбирает тот самый аук. Прилетает еще молотов. Забирает первого. Смог забрать еще второго, но не получилось. Чуть-чуть. 36 хп остается. И занятая Б точка для команды АГО. Ну, остается только лишь сейчас дело за малым, законтролить ее. Все-таки там юспы, арморов нет. Давай, все выбиты были бы возле Б-планта, и добраться до них не получится, разумеется. О, бомба ставится, выпад с дверей. Пошел на длину Некса зачем-то. Так, последний. Что делать Некса, интересно? Adventure Time или что, что это такое? Некса пытается найти где-то фраг по карте. Слушай, еще и выстрелился, мне кажется, Кейпер что-то знает, он даже прочекает сейчас угол ближайший. Да. А вот так вот. Вот это поворот. Вот это плюс АК сейчас Некса заработал. Неплохо. Причем, скорее всего, ну, навряд ли его дропнет, просто дополнительные финансы будут у него на руках. Позвольте купить киты, гранат, дополнительное количество. Где там 4750 на все бы хватало. В целом, но тоже плюс. Хотя бы какой-то. Экономика растет команды Go. Три раунда кряд берут, и потери вообще минимальные. Терпят. В связи с этим деньги все растут выше и выше в их карманах. Два ВП берут Valiant сейчас. В свои руки, может быть, пытаются постреляться против центра, но есть ощущение, что могут они это проиграть. Так, Шперо опять же по таймингу попробовал подстрелить, но уже игрок один пропрыгнул. И в этот раз решает Valiant угадать, сыграть четвером пока на точке А. Один под Б со снайперской винтовкой.
Ну, а Го в своем репертуаре пока просто занимают карту. Аккуратно отыгрывают. Смок на Х уже прилетел. Ну и два с нижней Т-шки под этот смок начинают работать. Так, Хантер. Уходит к тиммейту там. Нет, Сашка выходит на центр. Я думаю, сейчас уже понимают приблизительно плюс-минус, что Валенс... Валенс, что у противника за стратегией на этот раунд. Однако же это фейк по центру и разворот по точке. В любом случае по точке три игрока. Два в сайте и один не на контроле. Поэтому вроде как Valiant в теории готовы к такому выходу. Вроде как да. Импульс с авиком на рекламе. Игрок на гусе, который, по идее, открываться не должен против Зига. Такой момент, что Эми в такой позиции, что если противник пройдет на шифте, то он заберет снайпера на линия. Летел раскид. Эми остается в своей позиции. Много будет зависеть от импульса сейчас. Если будет попадать, будет беда. Сейчас выход, в итоге минус первый. Второго закрывать не получается. Второму игроку сыграть. В итоге Эми погибает, прифарив его позицию. Это вообще раунд 0 для Valiant. Где они? Они не ощущаются. Очень жестко сыграли сейчас Аго. Опять же, они очень уверенно выходят. И нету вообще у Valiant никакого размена. Ну, то есть, выход был Зиги под флешки Санда КТ. А там, как бы, уже не доконтролили. Благодаря дополнительным флешкам. Интересно, неужели его к этому турниру готовились против Valiant сыграть? Просто они конкретно все читают сейчас. Ну, в принципе, позиция вроде бы дефолтная. Где там в районе гуся. Понятное дело, что снайпер будет на рекламе. Еще один, возможно, на длине. Но очень уж твердо отработаны эти раунды. Да. И это еще один раунд за командой Ego. Четвертый уже к ряду. Но очень уверенное начало. Опять же, у Аго на данной карте вообще ничего не получается у Valiant. Ничего. То есть обычно есть, если сравнивать с Inferno даже, то Valiant не хватало немного стрельбы, каких-то микромоментов. Здесь же вообще при никаких разменов нет. То есть спокойно Аго заходят на какие-либо точки, при этом у них большинство там 4 в 2, 4 в 1. Или зашли на Б вообще без размена и тройки уже нужно сейвить. И на этой карте очень тяжело выбивать, если ты в меньшинстве. То есть выходишь на Б, если ты в меньшинстве, то за защиту очень тяжело что-либо сделать. Так и сетап такой защиты, который, в принципе-то, один из дефолтнейших. Ну, то есть игрок остается на гусе, снайпер на рекламе, еще один в яме. И под этот конкретный сетап и гоу и планировали разыгрывать свой раунд. Просто идеально. Раскинули флешки, спрятался игрок на гусе, снайпер понял, что это выход через шот, пошел перестраиваться. В итоге десант на КТ, выход под флешку минус снайпер. И дальше уже втроем вышли и забрали игрока на гусе. Ну, типа, как бы... Все легко. Да. Ну, это в теории все легко. На самом деле это тренировки, и понятное дело, что команда не все к этому приходят. Да, но у Valiant есть шанс собраться и все-таки что-то поменять в своей игре, поскольку пока я даже не знаю, за что им цепляться, и видно, что Аго нашли свою игру на этой карте, так точно. Да. В последней встрече 16-6, и сейчас вот такое вот начало, я думаю, Valiant шокирует. Они поняли, что лучше сейчас поставить паузу, что-то поменять, потому что потом может быть уже поздно, исходя из карты Inferno. Напоминаю, что команда, проигравшая, вылетает, а победитель выходит в полуфинал. И там уже сразится с Fnatic. Ну, Fnatic — это, конечно, грозный соперник, что для Go, что для Valiant будет в любом случае. Да. Но на самом деле Valiant должны сейчас собираться и показывать игру. Я не знаю, мне кажется, что они еще не до конца раскрылись. В этом матче? Ну, вообще, то есть должны показывать хорошую игру, и против Аго у них есть хорошие шансы выйти в полуфинал. Да, против Fnatic уже будет крайне трудно, но на Dust'е втором, учитывая, что они выиграли до этого 16-6. Просто смотря как Valiant вообще в целом отыгрывали, ну, карты до того, как приехали на Веск, это больше выглядело как игра от индивидуального какого-то скилла, а вот Ego как раз-таки та команда, которая очень любит и умеет, в принципе, пользоваться командными крутыми наработками, стратегиями. Ну да. Это пока что берет свое. Кстати, скорее всего, техническая пауза стороны команды Valiant, потому что во время перерыва там какие-то проблемы возникали и звали администратора себе Valiant, чтобы что-то пофиксили. Ну да, возможно, что-то пошло не так и пауза может затянуться. Но в любом случае, посмотрим. То есть Valiant брали уже две снайперские винтовки в надежде, что все будет хорошо. Обычно на Dust'е втором это работает. Но
В итоге АГО выходят и без размена делают минуса и доигрывают отлично раунды. Я не знаю. Вейленс, если пойдут в агрессию, то это может спасти их положение дел, на мой взгляд. То есть это какой-то прожим зигзага, какой-то контроль длины. Но, с другой стороны, они все это делали прекрасно. Но именно зиг, на мой взгляд, сейчас уже более ключевой позицией является, нежели лонг. По крайней мере, вот за последние несколько дней, что мы наблюдали второй даст. Ну, мы пока вернемся на небольшую паузу, и после этого вернемся, как только игра возобновится. Ну что, друзья, мы готовы вернуться в игру. Вроде как все проблемы решили. Там что-то с монитором возникли, какие-то технические неполадки. Но сейчас все пофикшено. И будем смотреть продолжение матча Valiant против команды EGO. Так, Шпера сейчас опять мог бы прострелить. Но интересная подсадка сейчас от Valiant. Она идет в минус. Нет, а Летний попадает по ногам. Такое себе начало для Valiant, опять же, учитывая тот факт, что один девайс. Но Нексу как же жестко и нагло сейчас отыгрывает. Смог дать фраг, еще мог забрать и грубе, но ситуация 4 в 4. Опасный момент возник на центре. Я только заговорил про агрессию, но в итоге эта агрессия пошла с пистолетом. И импульс пойдет на смену своему товарищу, судя по всему. И Шпира может не ожидать этого выпада, если он пойдет вообще. Там двойка работает, зигзаг, посмотри. Так, двойка, открытие. Сейчас Эшпера вряд ли ждет такого поворота событий. Видит дуло сейчас импульсы. Должен забирать все-таки Эшпера. Есть фраг. Там, правда, выйдет через длину сейчас Кейпер. И, скорее всего, прирежет одного из двух игроков. А может быть, сразу обоих. И Кейпер получает тоже по голове. 3-2 уже ситуация, посмотри. Да, бомбу сейчас заберут ребята из АГО. И будут дальше уже действовать по ситуации. Есть гранаты. И, судя по всему, пойдут на длину сейчас. Ну, в зиге есть игрок, и на подъеме также имеется импульс. Нельзя ему, правда, погибать здесь никоим образом. До Авика не дошел Эми. Интересно, твоих заметил. Импульс обоих игроков. Пошел выход под точку А уже. Импульс по дефолт пытается прошивать. Противник не получается нанести ни единого дэмэджа. Пьечер под флешку. Врыв, импульс и выиграл все-таки эту перестрелку. Неужели как... сейчас на пистолетах Вейлиант возьмут этот раунд? 1-2 остается играть после фрага по одному из соперников. Но 20 секунд на таймере. Бомба в дымах. Бомба в дымах. И при этом 16 секунд всего остается. Грубе надо забрать бомбу и попытаться ее поставить. Но нет, Хантер ставит точку. И это третий за Valiant. Неужели все-таки Valiant проснулись? Ну, вы решили пойти в агрессию. Опять же, о чем и говорилось. И акцент на зигзаг. Ключевой момент. Такого не ожидали. Во-первых, не ожидали, что игрок тут плюсовой полетит на старте самом. И на центре никого вообще не было на контроле этого парапета. Поэтому минус последовал. Фурлан на КД 1.33. 3 к 1 идет под фрагом.
Тут, по-моему, на самом деле некоторые фраги еще лишь первый сплал сделать. Кейпер попытка прохода через длину. Флешит большое количество, залетает. Энни пропустил противника, но все равно справляется. Некса с ним. Энтри есть за Valiant. И разворот сразу же команда из Польши под зигзаг. Ну, судя по всему, будет быстро выходить зиг. Там импульс на приемке. Получает флешку в лицо. Открытие. Импульс подставляется. Есть размен на Тексы, но только один фраг. По итогу будет заход на точку А. Для команды АГО. Эми против Фурла. Может, сейчас будет сражаться. Нет, пика длины не было. В итоге бомба поставится под зиг. И будут ходить на его укрепление команда АГО сейчас. Так, что по гранатам есть. Флешка молотов ХЕ, но Шперу. Отличный фраг. Эми есть размен по снайперу команды АГО. Печер. На зигзаге горит летний. Это все слышно прекрасно. Печера заметили. Фурн в очень комфортной для себя позиции сейчас стоит. Там есть молотов на бомбу. Зиги, но при этом смог от Эми. Так, молотов. Первый пошел. Флешка через верх. Там дым, дым, дым. Должны класть прямо сейчас. Пытаться дефузить бомбу. 100%. Пытается отморозиться игрок. На боте и нет. А летний вообще уже ушел на сейф. Что? Но нет, не может понимал, быть, пошел кол и уже понимал игрок, что позиция невозврата у него, он пытался отыграть там. Там даже дефузов не было, и в любом случае то раунд ушел бы за АГО. Но при этом засейвил летнюю снайперскую винтовку, под которую можно сейчас неплохо сыграть. Дроп юмпа есть, там 5500 у Хандра закупится он тоже. И что, сыграю через две фармилки, 2 АВП и видел один. Решили в такой богатый бой выйти. Так. Так, на длину не пойдут. Раскидали несколько гранат для того, чтобы Valiant, если что, смотрели данную точку. И пошел быстрый заход на центр карты. Фурлан опять же будет работать первым номером. Посмотрим, как будет приниматься точка Б. Хантер, отличный опенфраг. Открытие от Эми. Все-таки справляется с кейпером. Тут еще и минус по грубе есть. В итоге ситуация 4-2. Пошел заход на Б-плент. Ну, крайне тяжело будет его удержать сейчас. 4 противника будут пытаться ворваться, возможно, прямо из дымов. Но нет, 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 нет. Двойка отправляется в дэшку. В будет заходить с фронта. И в итоге будет разыгрываться 3-тек с двух сторон. Шпер пошел один. Контролить туннель. Наш первый выйдут оба соперника. Главное, чтобы не в линию выстрелили сейчас игроки команды Valiant. Первого забрал. Сразу же разворот. Второго не заметил. Не заметил. Эми, ключевая позиция. Должен включаться прямо сейчас. Эми, открытие очень тайминговое сейчас. В итоге есть информация по печеру. И он 1-2 остается. Все, с двух сторон зажали. Грамотно Valiant выигрывает этот ретейк. Эми очень грамотно сейчас сыграл. Безусловно. Но я рад, что вовремя проснулись вообще Valiant и показывают борьбу против АГО. Потому что вначале все было очень плохо. В мониторе, может, дело все-таки было. Может быть, и в мониторе дело все было. А матч играется по новой экономике? Да. По идее, да. Да, да, все по новой играется. Флюша, ой, GV выдал Твиттер, то, что якобы админы Весга не могут просто поменять, откатить патч. Да? Да. Но он написал, I think, ну, то есть я думаю. Mm-hmm. Поэтому, а хотя, может, это и осознанное решение было. Попытка выхода по длину и на ее занятие, Некса выход, ну нет, нет, нет. Просто на сухую его срубают здесь. Сходу и длина под контролем его гол. Буквально два раунда назад все было наоборот, был open фраг для Valiant, в этот раз не получилось. В итоге импульс. Импульсу приходится уходить в аплен, при этом есть буст на зиг. Ой-ой, импульсы забирают. Сейчас, сейчас, скорее всего, минус 2. Сейчас летний пойдет. Нет, Савика тут попадает. 3 в 4. Все еще будет бороться команда Valiant. Граби. Эми, вы под точку одного забрал. Сразу размен от кейпера. Савиком в сайте. Летний. Ключевая позиция. Справится должен. Там красный игрок. Отходится ВП на него. Да, не получилось. В итоге Хантер один против троих. Попытается исправить данную ситуацию, но все очень-очень трудно. Не знает, где находится третий игрок при этом. Боится, что на длине кто-то обратно не пойдет. Один на зигзаге, один на гусе. И, скорее всего, сейчас еще кейпер будет пытаться чекать позицию Хантера. Как бы тайминг не словил, что будет Хантер разворачиваться в этот момент, конечно же. Этот тайминг настигает его. Да, не повезло немного Valiant в данном раунде. И минус деньги сейчас опять же для них. Да, скорее всего, будут делать форс в очередной раз. Счет был 2-4, по-моему, теперь 4-6, да? Раунд за раунд брали вроде как Valiant. Скауту летним, 4 пистолета и прострелы из двух снайперских винтовок команды его не приносят совершенно никаких плодов. Так, при этом тройка идут в верхнюю тэшку сейчас ребята из Польши. Ну и, возможно, пойдут как раз под Б-точку. При этом один играет Шперу сейчас на центре со снайперской винтовкой и может подставиться. Летний со скаутом.
Против центра будет работать, но ключевая позиция у Хантера, ему придется четверых противников сдерживать с ЦЗ. Это, по-моему, вообще нереально. Оп, пошел на чек. Со скаутом также есть минус. Хороший хэдшот. Дальше Хантер гранату в руки берет, откидывает и... Нет, не получится здесь сделать, скорее всего, и фрага. Его зажмут сверху. Сверху это фраг, и это 7-й раунд для команды Go. Более того, это, скорее всего, 8-й раунд для команды Go. Так, Эми. Возможно, вовремя откроется, сможет забрать бомбу. Но тут контролится все хорошо у команды Аго, и Некс остается последний. Но он там погибает. Здесь шансов нет. И впереди еще экономический раунд у Valiant. Да, выход должен быть на 8-й от польского коллектива. Как же Go рубят. Просто с плеча. Это жесть. Уничтожают Valiant. Тактическое превосходство. И опять же, какие раунды забирали Valiant экономически на индивидуальном исполнении? За счет стрельбы. Да, оп, прострел. Опять же, Шперо. Ну и летний остается пол хп. Пока что. Печер на контроле банки. И вот тут вопрос, знаешь, на Инферно, по сути, карта атаки, где Valiant брали эту карту себе в пик. Но при этом атаки толковые мы от них и не увидели. На Дасте будет, если такая ситуация, то они могут забить прослот в полуфинале. Ну, Valiant будет достаточно взять хотя бы там 5-6 раундов для того, чтобы попытаться сделать камбэк. То есть здесь еще могут вернуться в любой момент Valiant. Ну, на втором Дасте, да, сейчас что они начинают за защиту. Но все равно как-то меня пугает немножко предыдущая карта. Как всегда ли Valiant тебя пугает? Да, то есть... После предыдущей карты и их атаки, по сути, на своем пике Инферно. Ну, сыграли слабо за атаку, да, прежде всего. Да. Защиту-то еще ладно. Пытались вернуться там уже. Просто что ж такое-то? Залетает совершенно у Некса. 8-й раунд. В итоге Go забирает себе, забирает первую половину. До семерочки, если доковыряют Valiant, уже будет неплохо. Ну что, смотрим. Нету сейчас снайперской винтовки у Valiant. Это, возможно, проблема. Два уга, три эмки. И странно, что не взяли все ауги. И ВП на мига Шпера. Мне кажется, он что-то знает, когда нужно стрелять. Это уже не в первый раз он простреливает смог. Браво Шперу. В итоге быстрый выход по точку Б. Там еще и по Хантеру, оказывается, попали. И Хантер 2 хп просто сгорает. Легкий выход на точку Б. Кейпер. Ждал поджима от Эми в банке, и тут вот все, остается последний Некса в нижней Т-шке. Как же все быстро сейчас произошло. Valiant нет на этой карте вообще тоже. Защит, по крайней мере. Ну, то есть на Инферно можно было сказать то же самое про атаку. Защиту они пытались. Здесь, если может произойти то же самое, это жесть просто. Когда на миде такое вот происходит, когда снайпер сидит и через смоки шьет вас и забирает, вы с этим ничего поделать не можете. Старайтесь по таймингу пробежаться и как можно быстрее оказаться на Б-планете, но Шпер читает этот тайминг. Очередной экономический от сербского коллектива. При этом Хантер, у Хантера одного есть граната. Это смог. Быстрое занятие от Фурлана Зиги. Тут прыгают два игрока. Valiant, и Фурлан спокойно с ними разбирается. Там, ну, Некса на свече девайс это как будто находился. Он даст обратно еще упрыгать. В этот момент. Вот-таки Эми здесь не жилец. Да уж. В итоге должен быть выход на 10-й для АГО. Тут, конечно, летний дал один фраг, но никто не даст ему забрать девайс. И остается последний Хантер. Против четверых соперников сейчас. Походу... Даже девайса, может, не выбьет. Ну, то есть, я не верю, что кто-то в зиг поскачет с своим АК. Ну, или тем более с ОП. На ОП, правда, на рекламе. Так. Хантер. Тот самый смог у него еще есть. Возможно, кто-то пойдет на сейф, и в тот момент выйдет Хантер и сможет забрать девайс. Но нет. Еще и девайсы перебросили куда подальше, чтобы они отлетели также на лонг. 10-й раунд для команды Go. Valiant, ну что, хотя бы 5-й забрали. Уже было неплохо. Получилось это сделать на Инферно. Сейчас, не знаю, получится ли кто-то успех. А что случилось здесь с Некс? Он вышел на широкую стрельбу. Я говорю, они не ожидали, что Фурлан настолько быстро займет зиг, и не ожидали его увидеть в этой позиции. Нет, я понимаю, но он с пистолетом же в руках уже был. То есть, почему стрелять не начал? Не знаю, спроси у него после игры. Вот пошли прострелы. Окей. Как бы в этот раз. Ну, кейпер. А, ну это фраг на длине поспал, да. Но я понял, все. При этом взяли много снайперских винтовок, там всевозможных.
И попробовали найти фраг в центре. 10-4, и на самом деле начинать в меньшинстве. Опять же, Valiant будет очень трудно взять данный раунд. Летний ждет противника на миде. Там он не покажет, скорее всего, Шпера. Ждет аркаду зигзага. Ее тоже нет. И захалдились вообще оба коллектива. Что верхние тэшки, два игрока ждут аркады, что под банкой находился Кейпер. Сейчас перемещает, судя по всему, вместе с тиммейтами под бэплэнд. А на миде ведь всего лишь один игрок, и на бэпленде тоже. Через их пройти. Ууу, как обидно сейчас для Эми все происходит. Но по итогу 3 в 5, и минута есть на принятие решения у АГО. И минус дали в зиге, и думает сейчас Хантер, что противник перестроится по точку А. Там, кстати, контакт у Некса есть. Тем временем он проигрывает эту перестрелку. Походу, да, про пятый раунд стоит забыть. Все очень и очень плохо для команды Valiant на дасте втором на первой стороне. Если он сразу же пускает второго игрока, летним не позиция оказался Хантер. Последний, один про четверых остается в клатче, но спину ему дышит Фурлан. И он сейчас зайдет, ему спину уничтожит просто. Хантер погибает. 4-11. Легкий. И 11 это, конечно, очень много за атаку. 4, я не знаю, с такого счета тяжело будет вернуться, но шансы всегда есть. В любом Можем случае. Опять же склонять то, что это даст 2, что это сторона атаки, что Valiant ранее закрывали АГУ 16-6, но мы видели, что происходило на Инферно. Valiant брали себе карту в пик, играли за атаку, атаки вообще не было. Как таковые раунды, по сути, были через банан на шифте пройти и все. Собственно, от этого и отталкивались практически каждый раунд Valiant. Для начала пистолетка нужна Valiant, а там уже будем говорить о том, смогут ли они сделать камбэк или нет. Вот что-что, на пистолетках у Valiant проблем-то не особо наблюдалось. Но сейчас она супер ответственная. Сейчас опять же есть раскид двух игроков. Тройка направляется под верхнюю тэшку. Бомба пока что на Т-респауне. Растянутся по карте опять же сербы. Такую похожую пистолетку делали АГО. Ой-ой, на шифте под нижнюю тэшку граби, противника спалил. Уже Кейпер остается без головы фактически. Пытается там кто-то допрыгается такими темпами, мне кажется, но нет. Защита уходит с зигзага, давай его под флешку выход на мидл, и в ответ тоже прилетает, сразу же срубает Фурлана. Неплохо, дорогой точки Б открыт, но Шпера на зайца сидит с коду, Хантер его хоронит, и на бэпленте остается PHR, два минуса, который делает. Нужно выходить срочно, его зажимать. На миде фраг сделать получилось, размен за Кейпер. Что вообще происходит? Печер до сих пор до точки Б. Ну, все, понял, что он там и сидит, и разворот нужно делать под апленд. Хотя на центре, возможно, план-перехват нужен. Ну да, возможно, Печер как раз успеет забрать бомб керри. Перестрелка забирает импульс, имеет информацию по Нексе и сразу же отходит. Слышал. Ай, да ладно, Печер. Но Некса сидит и ждет. И этот ждет, и тот ждет. Только пересечение. Сейчас очень опасно для Некса в первую очередь, поскольку первый начал стрелять перечер. И ХП все равно остается больше у Некса. И Некса сейчас на агрессии начинает выходить и все-таки ставит точку в этом раунде с большими проблемами. Но Valiant берут все-таки пистолетный раунд. Это так можно писать каждый раунд на Инферно за защиту, наверное, которую они забирали. Потому что, ну, это жесть. Это на очень тоненького было взято. Угу. Так, Фурн по статистике 5 на 2 идет. Опен фрагом, 1.83 КД. Ну, там все, у всех, наверное, КД у команды из Польши весьма-весьма неплохо поднято. По окончании первой половины-то. Решили, к слову, зафорсить поляки. Ну и здесь, до свидания. Очень жестко сейчас разобрались на длине и очень быстро. Просто кинули 2 ХЕ, постреляли в щель и минус 2. 5 в 3 на ровном месте. Преимущественно у сейчас. Преимущество у АГО в данном моменте. Там, я так понимаю, должен чекать граби. Лонг в теории. Значит, яму занял. Импульс. Ну, против машины Кейпер. Прочекать-то, по идее, должны полностью этот угол. Ну, вроде импульс идет и смотрит сюда, но получает по голове. Нет, это раунд тоже пульс. Как же жестко стреляют они с диглом сейчас. Эти поляки в итоге Эми только сейчас разменят, но всего один фраг. Все фраги были сделаны с дигла в прошедшем раунде у АГО. 5-12. 5-12, и здесь, конечно, уже... Минус деньги, опять же, у Valiant придется форситься. Ну, раундов очень мало взято с защиты. У них нету возможности потом будет вернуться. Уже в эту встречу практически никакой. То есть там процент буквально, ну, 10, наверное, дать камбэк. Сейчас, если особенно этот раунд не удастся выиграть на пистолетах, отдача 13, отдача 14, камбэк из 9 раундов к ряду, чтобы выйти на паритет как минимум. Так. С такой игрой, которая была на Инферно.
центре карты сейчас находится Valiant. Возможно, задумали какой-то сплит на Зиг или центр, но, судя по всему, не спешат куда-либо выходить. Некса пошел вместе с товарищами по команде давить как раз-таки. Куда пойдут-то? Прошли, пришли, прочекали мидл, ну, возвращаются обратно на верхнюю тэшку. По дефолту решили прочекать Зиг, прочекать мидл. После этого уже будут действовать вместе по информации, которую они получили. Они практически ничего не получили, потому что на центре никого не было, в Зиге тоже. Ну идут вот как раз Б. Это и получили, что их никто не подожмет. Идут под точку Б. Но позиция очень хитрая у пещеры, и мне кажется, здесь Валис, даже если заберут опорника, то они проверят второго игрока за углом. Зажигательная полетела внутрь, а там дыма нет, пошли прострел, игрок выбежал уже на точку Б, его не заметили. Включается здесь PHR с МП9 и в итоге выживает. Кидывают еще сразу же флешки на отходе. Тут уже пришел хелпующий игрок. О, ого, перестрелка, ну не справляется. Один, ну PHR все-таки на размене хорошо отрабатывает. При этом красный у нас Эми, ему один патрон нужно попасть. Некса один фраг нашел, ситуация 1 в 2, при этом, возможно, Некса сейчас сможет забрать опорника точки Б, но нет, сейчас справляется. Это 5-13, его начинает просто жестко топить команду Valiant. Сейчас еще и 14 раунд сверху, скорее всего, поступит. Камбэк из 9 раундов для выхода на пресет по счету впереди ждет Valiant. Да уж. Ого, нет, слушай, они форсят. Они форсят. Ну, учитывая счет. Мне кажется, знаешь, еще после Инферно Valiant поплыли. Вообще, ну нет, ладно. На начало Даста второго, может быть, они с новыми силами собрались, переосмыслили все. Но после того, как его начали их вот так вот жестко по всей карте закрывать и не чувствовать вообще. Тебе не кажется, что сейчас происходит какое-то дежавю? Опять же, с прошлым раундом. Да, есть такое. Но вот только выйдут они в мидл, судя по всему, сейчас. Да, пошли играть через мидл. Смог на КТ есть. Фурлан с Аугом готов принимать соперника. Пошел массовый выход через центр, но Фурлан не прощает. Уже 2 минуса успел оформить с тиммейтом на пару, но все, закрывается. Фурлан отлично отрабатывает в воротах. В итоге остается последний летний. Смог дать фраг один по игроку команды АГО. В итоге сразу же стягивается в Зиг. Бомба упала на грибах. Но Шперо как раз смотрит Зиг сейчас и промахивается, к сожалению. Вот это шанс, а вот это шанс для Лети сейчас подобрать АВП. Ого, хитро так подобрал эту снайперскую винтовку. Но он для нее его ждет кейпер и засейвить, скорее всего, не даст. Хотя успевает ускакать по точку А, возможно, там потом перейти в Зиг. Летняя. 40 секунд, возможно, будет пробовать засейвить снайперскую винтовку на следующий раунд. И Летний по таймингу сейчас ушел в Зиг. Ну, 33 секунды остается до конца этого раунда. И Летняя. Ну, в Зиге закрепится. Понимая, что денег на следующий раунд нет, если Летний засейвит АВП, то, в принципе, будут неплохие шансы в следующем у Valiant. И вот потом сейчас все сидят и смотрят на эти бешеные винрейты у команды Valiant и на эту игру на лане. Угу. И понимают, что не все так просто. Это да. Что засейвит все-таки АВП в следующий раунд, и опять же нету денег у остальных игроков. Скорее всего, будут баяться все вместе, уже нет смысла экономить. Да, конечно. Но против пистолетов играли, попаданий практически не было. То есть покусали совсем чуть-чуть каждый. И в итоге вот такой вот результат. Что, АВП есть у Хантера, Летний с армором. Это... Хотя странное решение, опять же, в прошлом сделали... Форса сейчас играют экономически со СВП и с диглами. Ой, ну Хантер промах. И походу все. На длину больше. Хотя под флешку. Мог бы Хантер выстрелить по таймингу. И, кстати, по кейперу бы попал. Да, 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 мог бы. Не захотел этого делать, побоялся. Ну и в итоге занята длина для защиты. Сейчас при этом Valiant очень-очень пассивно сейчас отыгрывают, ждут какого-то либо поджима. Летний вообще даже боится выйти в центр. Так, буст пошел Фурлана. И сыграть против Зигзага может он сейчас весьма неплохо. По грабе, вернее. Хотя, если дым развеется... Сколько слышали? 100% слышали скоп. Есть минус первый от Летни. Под размен тиммейт сыграл. И второго забирает. Как же жестко. Сейчас Летни отрабатывает. Не зря сейвил снайперскую винтовку. Есть шанс у Valiant взять данный раунд. Но 4 в 3. 4 в 3. Тройка уходит у нас под
Тёмку верхнюю пытаться выйти по точку Б. Вся надежда на Пьечера в очередной раз будет отрабатывать в пленте. Ну, должен быть размен. Эми в итоге погибает. Минус бомба. Если размен от импульса. И на Б плен пройдут два игрока. При этом Шперу работает в медле. Некса все это прекрасно слышал. Слышал, правда. Уходит обратно на мидл. Некса не понимает до конца ситуации. Ну, он имеет информацию только по одному игроку. Не знает, где находится второй. Так просто тот зашифтил, и он ушел на мидл. А Некса, может быть, потому что тут на нижнюю Т-шку ушел. Или где? Где игрок? Или на сейв вообще они ушли? Ну, вообще, судя по позициям и их движению, которого практически нет, это сейв девайсов. Судя по всему, да. Но опять же, конечно, летний молодец, но этого пока очень-очень мало. Слишком много раундов уже взяли АГО. Так, бомба. Будет взорно, что раунд для команды Valiants. Я предполагаю, что... Ну, это возвращение к Inferno. То есть без права на ошибку дальше отыгрывать нужно за атаку, потому что в противном случае противник выходит на матчпоинт, и вам тоже нужно отыгрывать. Кстати, там они отыграли 7 раундов, по-моему, к ряду. Так, что делают форс все-таки, АГО? Так и есть. При этом Фурлан, ага, подбирает юмп, все хорошо. Импульс не простреливает, импульс ждет, что кто-то пойдет пикать нижнюю часть дверей, нижнюю часть дверей. Но в итоге своего визави он так и не нашел на центре. Так. Фурлан в интересной позиции в центре карты. При этом втроем на длине находится АГО. На раннем тайминге. На мидл упал. Летний пошел на пик зигзага. Под флешку. Ну, Зиг вроде проверил. Противника здесь нет. И в итоге некое затишье на карте. Сейчас, кстати, есть шанс пересечь пещеру с соперником. Где он вообще там сидит? Где это, по идее, должен был сидеть за боксом в теории? Но на контакт с Хантером так и не вышел. Может быть, из-за дыма верхней Т-шки тоже такой момент имеет место быть. Так. Посмотрим, что сейчас предпримут. Все-таки Valiants. Все уже прочекали. Зиг прочекали. Судя по всему, будет выходить. Как раз центр, а там Фурлан должен делать фраг. 100%. Будет ли размен от летней? Не простреливает даже летний. Так, подбирает еще Фурлан. АК-47. Летний только сейчас выходит на размен, но не получается у него это сделать. Пойдет выход на точку Б. Тут Пичер в опасной позиции. Олег полетел на дефолт. Выход и Пичера не заметили. Пичер делает 2 минуса. Некса последний. Выходит, скорее всего, Валенс сейчас нарисует по экономике, потому что Некса один из троих. Остается 4% здоровья. Так, Некса. Понимаю, что скорее всего будет пушить длину, но Кейпи справляется. Последним игроком команды Valiants 15-й забирает, а гость себе в копилку. Так, Пичер, ну тут... Конечно, позиция не дефолтная, и ожидали сначала то на платформе противника, потом на дефолте, куда кидали молик, туда смотрели. По итогу ресет экономика команды Valiants. Ну и что, 9 раундов к ряду отыгрывать нужно. Я уже в Valiants просто, не знаю, не верю, потому что что происходит с ними, вообще непонятно. Сломали, и сломали их поляки. Но при этом у импульса есть снайперская винтовка, поэтому не будем хоронить раньше времени. Также летний СК-47, и, возможно, стоит хороший тайминг, смогут найти где-то фраги и после этого уже доиграть. Фурлан в центре карты собирает информацию. Все, дал информацию тиммейтам, уходит на более дальнюю дистанцию. Ну и остается. Ого, ого, прострелы полетели по Эйме. Вот это поворот. И это все равно с точки Б. Они собираются сюда заходить окончательно. Это ну, да. Может стать некой проблемой, потому что сколько уже не пытались Valiants пройти под Б-сайт. Очень редко у них это получалось делать. Бомба в итоге ротируется куда-то под парапет. Судя по всему, нет на длину даже. Выходить на таком тайминге на лонг. Странное решение. И при этом отличный open фраг. Граби. Есть Некса. Первым номером будет выдвигаться из банки. По идее, принимать сейчас должен Кейпер. Вист от выход. В теории, на шифте пойдут и... А, нет, все. Кинули флешку. Кейпер теперь готов к тому, что противник здесь сейчас появится. И минус первый полетел. Второй красный тоже забрать туда не должно составить в теории ему. Ну и тиммейт как тут уже последний. Остается импульс. ЛБ. Один из пятерых. И он здесь погибнет, скорее всего, в самое ближайшее время. Ну да, 1-5, ХП, тут, скорее всего, уже ничего не поделать. И поздравляем АГО с выходом в полуфинал. Это жестко, действительно, потому что, на самом деле, я ожидал, что Valiants здесь одержит уверенную победу. Возможно, со счетом 2-0, но исходя из мафет, которая уже потом, в принципе, появилась, думал, что 2-1 будет. Ну, в да. итоге,
произошло, ну, не то чтобы сенсация, но команда ИГУ приятно удивила, я думаю, многие своей игрой. Довольны поляки, разумеется, и очень расстроены сербы. Они к такому повороту событий были вообще не готовы. Да, я ожидал, что Valiants покажут очень хорошую игру на этом турнире, но не пошло, к сожалению. Да, ну ничего, не расстраиваться сильно, откидывают пятюни, и в следующий раз все получится у них. Но, друзья, у нас с Киберфокусом для вас все. Впереди еще два быстрых три матча, которые освещают будет Злоба вместе с Толом. Мы же с вами прощаемся, ну и далеко не уходить, потому что следующий матч не за горами.
Your plan can't understand.